Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ежедневные награды за Лигу Сёгунов 2 звезды и 3 звезды. Забираем этот реворд. Так, быстренько бежим с вами в магазин, посмотрим, что нам в колоде выпадет. Я так понимаю, а нет, кто-то есть, и это у нас Зэк. Так, здесь у нас открыть колоду. Это мы с вами сделали. Поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Слушай, давай, наверное, сразимся в боях с вами. Да? Да, я думаю, что нужно сразиться. Так, Усаги, иди сюда. Давай-ка посмотрим, сколько нам чего нужно. Так, одни наушники нам нужны еще. Ну, давай посмотрим. Ага, выпали. Это уже хорошо. Дальше что нам нужно? Ёлки-палки. Нам нужны вот эти геймпады, да? Джойстики. Ну, поехали. Как всегда, не повезло. А здесь... тоже не повезло. Ну давай. Нет, ни в какую не хотят давать. Попробуем здесь. Так, нейтрализатор нам выпал. Мутаген. Мутагена, кстати, у нас очень мало. Ага. И джойстик, да, и геймпад выпал. Ну что, давай попробуем, наверное, вот здесь вот все-таки пофармить. Мутаген. Так, ладно, давай дальше. Геймпад, джойстик, отлично. Очень хорошо. В паре выпали, да? Джойстик, вот джойстик мне как раз и нужен. Опять просто мутаген. Джойстик, слушай, неплохо валит. Неплохо. Так, давай-ка посмотрим кое-что. Во-первых, я хотел посмотреть, сколько у меня. Вообще, задание-то выполнил я или нет? По-моему, выполнил. Да, значит, будем в следующей серии искать. Так, поднять уровень персонажа. Ну, как я и говорил, мутагена не так уж и много у меня, поэтому будем с вами кого-нибудь попроще. Вот, Сплинтер, например. Получает 60 уровень. Это хорошо, это прекрасно. Забираем остатки роскоши здесь. Ну что же, сегодня у нас, друзья, испытание открыто, да? Черепашья буря будем проходить. И зайдем, наверное, сюда, потому что нам нужны вот эти вот эмблемки. Но сначала все это дело через турнирную арену, естественно. Георгий, любитель Бравл Старс. Поехали. Так, что у нас тут? Джеймс, Майкон и Джолита. Ух, Джолита. Ну что, ребят, давайте, наверное, Майкон возьмем. Потому что здесь 21 кубок. Уровень здесь, я смотрю, максимальный 61. Значит, нам нужно с вами брать вот этих ребят. Так, Тимми, нейтрализатор нет, пока подождет маленько. Возьмем с вами Рокзара и, наверное, Змейка Вьюн. Зачем я только взял в эту команду двух провокаторов? Ну, если выбирать Тимми и Рокзара, то Рокзар, конечно, в разы лучше. Так что давайте брать его в провокацию, естественно. Так, вражеский Майки танец тут заварганил на усиление атаки. Плюс иммунитет повесили. Слушай, неплохо они подготавливаются, да? Ну что, начнем, пожалуй. Нам нужно с вами уничтожить в первую очередь Эйприл. Давай тоже пробафаемся, наверное, с тобой. Ага. Шикарно, я тебе скажу. Но Эйприл сейчас, наверное, хильнет. Смотри-ка, нет. Ой-ой-ой, друзья мои, я что-то радуюсь. А у меня у самого здоровья-то тут маловато будет. Ну что ж, давай попробуем, наверное, вот так вот с разбега ей. Неплохо прилетело. Так, теперь пулеметную дробь. Замечательно, есть шанс. Так, надо майки убирать. Хоба. Так, интересно, ты сможешь уложить Лео? Смог, Тимми, ты красавчик. Ну и завершающий удар от Змейка Вьюна. Да, я думал, на секунду усомнился, думаю, а вдруг сейчас Змейка Вьюн промахнется или нанесет неполный урон. И тогда мой, наверное, Рокзарчик бы упал. Но опять же не факт. Так, что у нас тут дальше с вами, ребята? Смотрим. Макс, какой-то непонятный кто. И Екатерина. Катюха, значит, да? Слушай, мне выгодно брать Катюху. Во-первых, у всех одинаковые кубки, но она по уровню, конечно, слабовато будет. Поэтому я возьму, наверное, здесь Бакстер Муха. Здесь даже можно попробовать взять Тигра, но есть риск. Есть риск, и... я не знаю, оправдан он или нет.
Слушай, наверное, вот так вот мы с вами сделаем. Слушай, мне не нравятся здесь майки. Плюс Донни, Сплинтер. Слушай, наверное, мы с тобой чуть-чуть по-другому сделаем. Давай вот так вот сыграем. Потому что я как-то немножко сомневаюсь. Тут еще Сплинтер, который, естественно, контрит. Контратаку делает, да? Ну, попробуем вот так вот. Угу. Ну вот, видишь, что делает Сплинтер. Так, давай теперь, наверное, метеорит этот бросим. Ага, минус один. Четыре еще, как говорится, в обойме. Значит, сейчас мы с вами убираем майки. Отличненько. Так, что, Донни, что ты собираешь? Так, в кого? Они все-таки решили мне паукуса добить. Но я думаю, что ничего у них не получится, потому что Донни, да, всех ложит своими сюрикенами. И это прекрасно, потому что мы с вами проходим дальше. Естественно, мне нужно обратно вернуться в Сёгуны 3 звезды. Я вот, кстати, заметьте, ребята, только поднимаюсь, и меня сразу же оттуда скидывают. Моментально практически. Я даже не успеваю там задержаться. Вот такие вот пироги. Ну ладно. Васим, кто там, Константин и Миллер. Я тогда, наверное, буду брать Константина, скорее всего, мне придется взять. Тут 60-й максимальный уровень, я вижу. Поэтому берем Карайку, Змею Карай. Берем сюда Бакстера Стокмана. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Пять персонажей у меня есть, да? Еще для одной битвы. Поэтому, наверное, мы возьмем здесь Тигриный Коготь. Есть риск такой большой, что он просто упадет у нас сразу же. Но я думаю, Константин этого не позволит. Поехали, ребят. Так, начинаем с Кунай. Слушай, вот я не хочу, знаешь, что сделать сейчас? Вот мы, как обычно, с вами сделаем массовую атаку, да? И после всего этого... И после всего этого... Стопудово Эйприл всех захиляет. Верно? Поэтому мы с тобой сделаем немножко по-другому. Мы сделаем с тобой маленечко по-другому. Так, сейчас будем смотреть. А хотя, подожди-ка, по-моему, все. Песенка их спета. Смотрим, постепенный урон. Минус, минус. И последний остается, его, естественно, отбиваем. Да, ребята, волна от Бакстера Стокмана нам в данный момент очень хорошо зашла. Мы повесили на них постепенный урон. А, в принципе, от этого они все и отдуплились. Ну что же, вернемся мы с вами? Нет, еще, ты смотри-ка, а. На восьмую позицию я только лишь переместился. А у меня последняя драка. Так, Евгений, Майк и Гухермы какой-то. Гайхермы. Ладно, берем с вами Женьку. Ну, почему берем? Потому что, во-первых, у него здесь уровень более-менее подходящий. И, во-вторых, у нас осталась имба. Против нее любого можно было вызывать, все равно порвали бы. Ну, а так как выпала долю на Женьку, будем его, естественно, с вами разбирать. Ну что же, поехали. Начнем с уклонения. И дальше пошли массовые атаки. А это, естественно, Зек. Это, естественно, Усаги. Слушай, наверное, Усаги будет достаточно. Хотя, если что, Лео добьет. Ой-ой-ой, как они тут рассыпались все. Давай, Лео, добивай его. Ну, прекрасно, прекрасно сегодня отыграли. Жалко, конечно, что очень мало у нас вышло боев. Я бы мог сделать это побольше. То есть, если мы сейчас будем с вами откатывать Лео и брать слабых наших персонажей, да, мы можем еще катки 2-3 выиграть. Но... Не будем тратить с вами откаты, они нам пригодятся для следующей недели. Тем более, неделя уже подходит к концу. Так, зайдем, заглянем в магазин, наверное, да? Опачки. А вот это повезло, ребят, смотрите. 5 ДНК на нашего кабана. На бибопчика. Давайте-ка возьмем, наверное, да? 62 ДНК. Слушай, совсем немножко осталось. Буквально 18 ДНК, и он у нас прапается. Это очень хорошие новости. Так, здесь у нас 85 монет. А мы с вами на кого собираем? Ого. Давай-ка, наверное, здесь прикупим с тобой, да? 3 ДНК. Потому что нам останется всего лишь одно ДНК на него найти. И Леонардо у нас тоже прапается. Угу. Кажется, дела у нас идут в гору. Ну что же, а мы с вами отправляемся на испытание. Первое, это будет черепашья буря. Охо-хо-хо-хо. Ну, во-первых, нужно посмотреть, кого нам дадут. Да ладно, вы вот издеваетесь надо мной.
Почему не даете мне имбу, а? Ну вот почему не даете мне имбу? Ну вот как вот я буду вот этими героями проходить вот эту сложноту? Ладно, ребята, у меня выбора нету, сами понимаете. Придется. 4 волны, ё-моё, тут будут все черепашки. Тем более вот эта имба, на самом деле, я тебе говорю. Начнем их потихоньку разбирать, ну, естественно, естественно. Так, надо Майки в первую очередь, наверное, сносить здесь, потому что он у нас может повесить уклонение. А он сейчас, наверное, так и будет делать. Нет? Он делает отхил. Ха-ха. Тогда давай его добьем, наверное. Отлично, так, Лео. Лео тоже у нас хиллер. Рафаэль у нас провокатор. Мы все это прекрасно знаем. Сейчас будет, наверное, нам не весело с вами. Слушай, постепенно урон убьет его или нет, как думаешь? Слушай, Рафаэль, ты достал уже. Ударил, потом еще раз ударил. И сейчас еще и в провокацию стал. Тогда сносим его. Не захотел похоронить. Смотрите, постепенно урон убил двоих черепашек. Так, здесь у нас черепашки фильм. Провокацию я брать не буду. На Рокзара это бесполезно. Начинаем. Так, Майки свои получил. Давай, наверное, пробафаемся капельку. Посмотрим, что нам тут повесят. Слушай, неплохо, неплохо. Две контратаки повесил. Ух, падают-то как смачно. Так, я думаю, что, наверное, все-таки надо Лео подбить. И теперь Донни. Слушай, на удивление очень хорошо идем мы с вами. Здесь. Ну что, начнем, наверное, с Донателло, да? Начнем с Донателло. Ай-яй-яй. Добили. Сейчас этот провокатор, да, этот снимает антибафы. И этот тоже нехило бомбит. Начнем с него. Начнем с Рафика. Все, кажется, сейчас... Ох, понеслась. Понеслась душа в рай. Готов, парень. Так, тоже массовая атака. Ну, ай-яй-яй. Хорошо, кстати, пробили. Молодцы. Так, добиваем свои Майки. И Лео. Лео, наверное, возьмет провокатор. Нет, волну упускает. Так, давай. У нас хила ни одного нету, да, с вами? И это плохо. Вообще, без хилов играем здесь. И последняя волна, четвертая. Противные черепашки, а? Ну что ж, давай начнем с Рафаэля, наверное, да? Так, бросить гранату. Не, давай-ка лучше с гранатомета. Бумс. Так, Рокзар, у тебя... Ну, ребят, здесь 100% кого-то сейчас мы потеряем. Как пить дать, кого-то у нас сейчас здесь подобьют. Слушай, кто здесь нам? Лео, да? Лео очень мощный, поэтому желательно его убрать отсюда. Так, Майки будет танцевать. А Донателло что? Массовую атаку, наверное, сейчас сделает. Хотя, возможно, он даже не успеет. Посмотрим. Хоба! Ребята, в данный момент нам очень-очень крупно повезло. Мы с вами никого не потеряли. Мы прошли на 3 звезды, а это говорит о том, что мы можем этот уровень с вами фармить. А на фарме там очень неплохой выхлоп, кстати. Посмотрите. Так, подожди. Вот. То есть все практически мне нужны. Но это в следующий раз. Так, а здесь у нас что? Так, подожди-ка, а здесь разве не 70-й уровень? А, 60-й. А здесь 70-й. Здесь будет еще сложнее. Так, а дай-ка я вот сюда пойду, посмотрю, кого мне здесь дадут. Ёлки-ты-палки, смотрите, что мне здесь подогнали, друзья мои. Прям бонус какой-то с небес упал. Ха-ха. Слушай, я, наверное, попробую здесь пройти. Так, 3 волны. Попробуем, ребят, с вами здесь замутить, да? Пройти идеальненько. Нам нужен тот же тончик. Та эмблемка. Так, смотри, что они не успокоятся, да? Так, давай-ка. Ух, да не ватные. Ну, естественно, друзья мои, тут у меня имбовая команда. Ха, провокатор упал. Этого, наверное, тоже валим. Так, сейчас вот этого подобьем. И Маузер. Ну, Маузер это вообще ерунда для нас. Так, двигаемся с вами дальше, смотрим. Угу, угу. Ксевер Монтес, да? Острозуб, Бакстер Стокман. Что бы мне тут сделать-то такого, а? Давай... Нет, надо Бакстера Стокмана, скорее всего, валить как можно быстрее. Постепенный урон. Дальше, добивочный. Так, теперь сюрики. Слабо как-то ты, Донни, слабо бомбанул.
Они, кстати, будут, наверное, сейчас Донателло мне выводить из строя. Так, нужно... нужно пробить острозуба. Воу! Смачно. Так, этот со своими танцами. Капуэра. Кого бомбит? Донни, держись, родной. Если что, я тебя подхилю. Хилов у нас, слава богу, хватает здесь. Так. Минус. Минус караечка. Дальше давай к Северомонтуса. Возьмем с вами в оборот. Мажем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Ты что? Нам сейчас просто повезло, что Крис Брэдфорд его не добил каким-то чудом просто. Как у него... смотри, какая у него инициатива, ты видел? Как у него шкала копится. Ты не припухли, родной? С такой скоростью себе копить шкалу. Да что ж мы его пробить-то не можем, а? Так, дай-ка я защиту поставлю на себя дополнительную. От греха подальше. И, наверное, хильнусь еще. Так, замечательно. Пробиваем. Смотри, он тоже под защитой стоит. Минус. И последняя волна у нас здесь. Ох ты, какие сливки общества здесь стоят у нас. Давай, естественно, с массовых атак. Мне знаешь, кого сюда не хватает в эту команду? Мне бы в эту команду хотелось бы Усаги. Вот это было бы вообще круто, на самом деле. Ух, слушай, я даже, честно говоря, не ожидал, что мы вот так вот будем их разбирать на изи. Ты посмотри. Вообще, вообще легко разобрали. Воу. Мы с вами должны получить этот жетончик, эмблемку. Она мне обязательно нужна. По-моему, даже две штуки надо. Так, снаряжение клан Фуд я получил. Давай глянем, что у нас здесь. А вот здесь уже 80-й уровень. Слушай, давай попробуем. Я, конечно, не очень уверен, что у нас здесь что-то выйдет. Но рискнем. Три черепашки делают вызов, да, врагам. Так, они еще и ускорились, да, оказывается, здесь. Давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой уклонение. Так. И будем потихонечку уже их разбирать. А, минус. Так, промахивается. Промахивается. Так, сейчас мы его добьем. Слушай, они слишком... ага, добьем. Захилялся, да? Да что ж такое? А почему они так очень часто, друзья мои, ходят? Очень часто. Я понимаю, конечно, что у них там ускорение было, но не до такой же степени. Так, поехали. Добивочный. И остается здесь Маузер. Да елки-палки, обычно его с одного удара валим, но тут почему-то не вышло. Так, у нас с вами ничего нет, да? Ни уклонения. А вражина, ох, елки-палки. Что будем с вами, брать провокацию или нет? Слушай, если мы возьмем провокацию на Рафаэля, на одного, они его быстро ушатают, мне кажется. Поэтому давай без провокации пока. Ой-ой-ой, постепенно урон такой маленький. Так, давай-ка вот так сделаем. Ага, вертушка. Конечно, вертушка обязательно. Вот. Так, двойная атака. А нет, он сделал вот так вот. Ладно, ребята, в провокацию. Вот попробуй теперь его пробить. Бумс, промахнулся, отлично. Пытаемся пробить острозуба. А, уклонение у нас есть. Так, поставим уклонение, значит, с тобой. Теперь попробуем вот так пробить его. Хорошо. Ну что ты, что ты. А, он на себя повесил уклонение. Значит, мы с вами будем бомбить Рокстеди. Ну, он жирный, конечно, тут не поспоришь, ребята. Вообще жиртряс. Не пробить мне его. Пробили. Так, теперь хильнемся, потому что у нас еще третья волна впереди, и нам нужно полное хп. Что он делает? В кого? Блин, почему все время в майке, а? Почему все время по майку бомбят? Блин, я не успел его отхилить, у него опять здоровья нету. Так, еще здесь не хватало мне. Так, он какой-то грустный, на нем еще и меткость пониженная. Блин. Ну давай, я рискну, друзья мои. Промахиваемся. Бакстера Стокмана нужно, естественно, выносить в первую очередь. Ну, со своей меткостью. Но он попадает. Так, ребята, смотрим, что будет сейчас дальше. Так, молодец, Рафик. Надо Бакстера Стокмана сносить. У него уклонение стоит. Фух, почему именно его? Потому что, ребята, ага, хиляет Шреддер. Почему именно Бакстера Стокмана сносил? Потому что у него есть суператака. Тихо, тихо, да что ж ты делаешь-то? Постепенный урон, ребята, постепенный урон. Что мы можем здесь с вами замутить? Ну, я могу поставить провокацию. Мне кажется, сейчас мы потеряем с вами майки. О, тё-тё-тё-тё.
Боюсь, такими темпами и Рафаэля мы с вами потеряем. Давай делать вертушку. В общем, 3 звезды нам уже не светит с вами. Это как пить дать. В кого? В Рафика, да? Рафик, давай ответку. Нормуль. Так. Твою же налево, ты посмотрел, мне пробьют? Нет, не пробили. Ну что, я думаю, я даже не знаю, тигры, может быть, вальнуть, попробовать. Попробуем сейчас. Постепенно урон, наверное, его не добьет. Смотри, что делает, а. Так, ну-ка, крайку. Минус. Шреддер делает свою суператаку. Мы пока живем. Так, тигры минусанули. Крис Брэдфорд. Ты зря, конечно, парень, сделал. Мы... Как... Нет, надо Шреддер бить. Есть. Так, и теперь у нас пробивной. Ребята, только лишь Лео выжил. Ну, это и понятно. 95 уровень, как ни крути. 1 звезда, но тем не менее я получаю свою награду. А что у нас там, кстати, за награда? Покажите, пожалуйста. Ага, снаряжение клан Фуд. И последнее. Ну, естественно, ребят, туда суваться не стоит. 90 уровни. Да плюс еще полностью в платине все. Вот если бы у меня вот эти ребята были бы 95 уровня, да? Все три. Мы бы их порвали, мне кажется. Хотя не факт. Так, ну что, нам нужна вот эта вот штучка. Попробуем ее получить. Поехали. Подожди, я же вроде бы... Ага, вот здесь. Не то. Вот. Эксперт. А ну-ка посмотрим. Это кому мы хотели с вами? По-моему, Лео, да? По-моему, Леонардо мы хотели что-то с вами. Да, нам еще нужна одна. Хотя подожди, дай-ка я... Ох, здесь аж 7 штук нужно. Здесь 5. Но здесь дофига чего нужно. Вот это надо, вот это. 11. Вот здесь вот. Ты представляешь, на супер вертушку нужно 11. И я тут замучаюсь фармить. Друзья, замучаюсь. Но пока есть такая возможность, нужно. Так, я больше получить не могу. А здесь я на 3 звезды, к сожалению, не прошел. То есть это только лишь завтра, да? Попытаться еще раз получить. Или не завтра. Они же, по-моему, откатываются, да? Откатываются. Так, и давай, наверное, вот здесь вот с тобой попробуем. Слушай, а вот сюда вот... Ну, нету смысла, ребят. 1, 2, 3, 4, 5. Нету. Это мне придется 4 героями идти туда. Нас разорвут. Давай лучше мы с тобой вот здесь вот пофармим. Да ё-моё. Вот здесь вот пофармим. Да я... Вот тут вот. Вот, смотри, Донателло видение. Так. Вот этот Майки мне не нужен. Вот, Донни. Да, все? И на этом все? Сыр кончился так быстро? Только вроде раздухарился и на тебе. Так, ну что же, обменяем. 210 получили, да? А здесь сколько? 140 сюриков. 140, а здесь у нас еще 70 сюрикенов выпало. И все, да, по-моему, у нас. Так, лисичка. У нее навыки, да, понял. У нее нет ДНК, у нее чисто навыки. Так, у Макмана 35. Получается все, ребята. Больше я не вижу дублей никаких. Эх, красавцы, когда же вы у меня появитесь, а? Для полной фуловой коллекции. И Лео. Одно ДНК и прапаться на 3 бронзовые звезды. А если у нас хватит осколков, можно сразу будет его перевести на 3 серебряные звезды. Точно. Ну что ж, ребята, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!